Напомню, что ничто не работает, ничто не влияет на человека, как пример другого человека. Летчик Пешков, пилот Дамир Юсупов, другие герои нашего времени, работайте, братья, Маргалитина Багдана. Я не знаю, в школьных классах есть сегодня портрет Маргалитина Багдана? Я не знаю, в университетах, в школах есть портрет? Я не знаю, наверное, нет. А мне кажется, этот портрет должен висеть. Этого человека, который, это же всего фантастический пример, заразить, хотя бы просто в одной фразе работаете, браться, сконцентрировать все то, что написано у нас сейчас на этом экране. У наших там школьников, студентов, гаджетов сегодня чего только нету. Но вот я глубоко убежден, что портрет Магомедова Багдана в школьном классе победит все эти гаджеты. Потому что это простреливает сердце. Гаджет и герои ТикТоков не простреливают. Наша коллега и общественный деятель Наталья Москвитина предложила искать новые формы работы с молодежью. Знаете, кто вышел на улицы для того, чтобы разгладить какие-то оппозиционные движения в нашей стране? Молодежь, которая вышла, не любящая нашу страну, это подростки, которые учатся на отлично. Они не нашли ориентиры, они не смогли расставить правильные приоритеты, потому что они не услышали правильные вектор. И вот для этого мы тут с вами и собрались, для того, чтобы внедрить эту систему образования и сделать это по-новому. Учеников будут знать в лицо. Уже в следующем году столичные школы оснастят системой распознавания лиц.